В эту субботу в Химках, как и во всем Подмосковье, пройдет акция «Наш лес, посади свое дерево». И сейчас в городе идет активная подготовка к мероприятию. Всего в нем примут участие свыше 1000 граждан, среди них будут и школьники. Центральной площадкой станет Новокуркино, где высадят 1500 деревьев. Все подробности у Ольги Донченко. Таисия Фурсова гуляет с ребенком исключительно в этом микрорайоне, Новокуркине. Здесь тихо, спокойно, да и просто приятная атмосфера. На мой взгляд, не хватает деревьев побольше около дорог, потому что гуляешь в основном вдоль дорог. Здесь парков мало, и, конечно, хотелось бы деревьев, скамеек, так, чтобы был более зеленый район. Совсем скоро мечта жителей станет реальностью. Так, в Новокуркино на центральной площадке рабочая бригада от комбината и компании «ПИК» только на сегодняшний день подготовила порядка 900 лунок под посадки. Мы приглашали активных участников местной зоны проживания, советов домов и прочее. Приглашали совместно с нами обойти всю территорию и определить, что по их мнению, по мнению профессионалов там, от комбината и так далее, куда можно высадить. Перчатки, грабли, лопаты, ведра и даже футболки с символикой Химок. Все это ждет волонтеров, заверили сотрудники комбината. Но главное – участие самих жителей. Любой житель в любой момент, он может даже, не увидев это в интернете, увидев это из окна, что ведется такая подготовка, выйти и принять участие. Будем всем рады. Подготовка идет не только на центральной площадке. Согласно дорожной карте, деревья появятся и в других дворах города. Так, например, на Молодежной 34 рабочие тоже не отстают от высоких темпов работ. Подготовка к акции уже идет полным ходом. Так, например, сейчас идет разметка территории и подготовка к лунам. Так, например, в этих появится клен остролистный, который высадят уже в субботу. К слову, каждый участник акции сможет посадить свое именное дерево. Каждый житель может не только прийти посадить дерево, но в то же время он может получить определенную табличку, где будут указаны его фамилия, имя, отчество. И в конечном итоге это будет как бы именное дерево, где вот этот житель потом в последующем будет за ним ухаживать, смотреть, поливать, лелеять и так далее, так далее, так далее. Наш город самый лучший и должен быть еще лучше и краше. И вы в этом примете участие. Мы с вами оденем вот эти браслеты. Активная подготовка к мероприятию идет и в школах города. Так, в школе номер 19 микрорайона Планерная участникам акции уже раздали символы – браслеты с новым брендом города. Эта и другая атрибутика станет ярким символом субботника, а в дальнейшем – напоминанием об именном саженце. Напомню, чтобы принять участие в акции, нужно оставить свои данные на сайте администрации. Ольга Донченко, Алексей Козеров, Дмитрий Шевелев, служба новостей.